Ну что, чуть-чуть опоздали мы. Такое решили экстремальное вынимание провести. Не по нормальной, как заехал. Да, да, да. А как-то так. Тут уклон такой. Сейчас покажу. Это маньяки, короче. Стоило на секунду отвлечься, и они уже начинают его тянуть куда-то. А, я понял, они хотят, чтобы он оторвался и заехал поглубже, блин. Наверное, да? Слышишь, маньяки, хотел спросить, это вы, специально, чтобы если вдруг он отцепится, чтобы он глубже чуть-чуть заехал, да? Чтобы уже не это. Я понял, думаю, что такой метод нестандартный взяли. Такой уклончик, смотри, альпинист Валера тут. Минус 18, нормально, маньяков тут приехало поучаствовать в этом мероприятии. Ох, ёханый бабай. Смотрите, какой маньяк тут серьезный сидит. Это вообще мега-маньяк, я бы назвал. В отсутствии бородача это самый серьезный. Смотри, что делает. А, он тебя вытаскивал, да? Ну да, сил-то нету. Да, тут такой уклон. Не детский, разгон возьмет хороший, если что. Вот там он сидел. Днем все красивее, озеро шикарное. Маньяк-альпинист. Вот еще приехал один. Блин, пойдет ли он на второе погружение? Сейчас самая интрига, да? Привет. Пойдет ли на второе погружение? Говорю, понял, что они так решили вытаскивать? Ну да, 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 чтобы подальше его загнать. Да ну вон дорога, он вот оттуда заехал, туда надо было и вытащить, они маньяки. Вон он, спокойно по ровной дороге можно было. Нифига, это не наш метод. Две серьезные машины вытаскивают. Маньяк, отойди с кадра, блин. Пошел он сзади. Где? Кто здесь? Вон, тут где? Маньяк, отойди с кадра. Ты все на моем канале сможешь посмотреть. На твоем канале самое лучшее видео, это когда все темно, ничего не видно. Ну так а что ты хотел? Да, лучше. Самые уважаемые машины клуба, глянь, ну, вытаскивают. Слышишь, чтоб на собаку она не наехала, слышишь? О! Все правильно сделал, колеса подключены, что еще надо? Да, да, все вы его продумал. Охраняли вы его ночью? Вы могли. Конечно, охраняли вы. Конечно. Ну, я приезжал, окна, смотрел. Охранял, блин. Охранял всю ночь, я с окна смотрел, да. Поехали. Ну что, все нормально.
Можно смело на покатуху ехать. Заводится? Заводится? Нет, да я сейчас с аккумулятором скажу, да, это самое. На покатуху едешь или нет? Все равно надо. Да я кардан же оторван. А, кардан оторван. Цепляет трос, да. Кардан оторван. Как не видит? А что, не видно ничего, да? Да не, нормальная видимость, что вы начинаете, блин. А, ну да, это Андрей. А вон же специально это, ладно. Дырка? Да нет, дворник внутренний вот под ногами лежит. Смотри, какой шикарный. Полосатый. Ну, все закончилось хорошо. Да, вон. Показываем прорубь. Следы. Все четко.